Вы посмотрите на эту бедную, измученную голодом лису. У нее сегодня воскресенье. И я приготовил ей суп. Ну, не только ей, и собакам. Так что сейчас что такое? Что? Облизываешься? Ну давай, пойдем. Так, ну, ты знаешь, что забегать не надо. Пойдем. Да, я закрываю дверь. Сначала тебе, чтобы тебя убрать от собак. Пошли. Ой, ой, ой. Шума-то сколько. Пойдем. Каша уже надоела. Надо давать какие-то еще продукты. И Алиса тут как тут. Так, спокойствие. Руки мне самое главное. Тихо, тихо, тихо. Ты так может тяпнуть. Это же... Давай, бери сырое мясо и дуй. Сейчас. Она взяла сырое мясо. Самое главное с дикими животными это не делать так, как с обычными. То есть, если собак, особенно за границей, делают так, чтобы им руки в рот совали, когда они едят еду, то у Алисы все по-другому. Если ей руку сунешь, когда уже еда будет у нее, то останешься с покусанной рукой. Да, как это дикое животное. Тут она себя уже не контролирует. Вот так. Кости хрустят. Все, иди еще раз. Давай, беги. У меня нету, нету. Беги, беги. Беги, где твоя миска? Так что я уже много раз покусан. И по этой причине, что такое?